Хей, йога, всем шумики, мы продолжаем проводить игру по названию Train 2. И как я понимаю, мы будем теперь где-то в горах зимой. Как вы помните, мы освободились от червяка, то есть у нас вырыхал. Да. Теперь мы на свободе. Fresh, cool air at last. King Weeze now has a base on Cloudy Isles. Why aren't we there? We're stuck here in the cold looking for stupid metal things. It's for the great machine that will bring down the human towns. Wait, who goes there? Okay, полетели. У гоблина возмущается, почему именно они должны сторожить. Надеюсь, больше тупых головоломок таких не будет. О, нихера. Нихера у тебя труба. Посмотрите на вырезку. Летающий магазин. Куда все подевались? Мы должны быстро все разузнать. В данную секунду мы летающие совы, и это магически несообразно, что ли? Он сказал. Не суть. Мы просто бежим. Не, я могу, конечно, сломать проход. У меня взрывчатка есть. О-о-о! Манать, то есть он чисто вернулся, чтобы меня убить. На, мне бабка нужна. Девушка, ладно. По факту я могу и сюда пойти. Стоп, стоп, стоп. Ну, по факту я же могу туда попасть. Так, полежи пока что здесь. Готово. Ну и все. Так, все, можешь валить камень. Ты ж умеешь плавать. Да, мы умеем плавать.
Баночки. Но я не могу это взорвать, да, получается? Так, ладно. Немножечко не врубайся. Тогда я просто мог прицепиться к блокам, которые ставлю. А теперь ни хухры, ни мухры. А, то есть я вообще не могу зацепиться за ту сторону. Вот оно что. Тогда я вообще ни хера не понимаю. Подожди. Мне просто легче уже так сделать. О, нет, 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 подожди. Сразу, давайте быстро это делать. Ясно. Кнопки путаем. Shoot, the door got stuck. Черт, застрял. What's that rumbly sound? Но я вижу. I thought it was your belly. Голема. Окей. О, это типа жука. Меня споймал. И он меня споймал. Вот и все. Это че, мина? Я мог его просто миной убить, оказывается. Легко.
Не зарежься. Все, жили? Так, не знаю, деревяшка пригодится мне, это не пригодится. Плевать. Падай только. Маг, не смей падать. Все отлично. Гравитационная ошибка называется, но, ну, блин, не знаю. Пускай будет, попробуем. Слушайте, гравитационный это хер, я смотрю навсегда. Типа, если это теперь на постоянку хер? Я, в принципе, могу замедлять объекты. Ну, как вы видите, я могу замедлять как свои атаки, так и вражеские.
Слушай, у тебя атака неплохая на самом деле. Тебя поднимаем. Все, теперь я могу нормально поехать. Wyverns! Get back, you devils! Так я могу себе еще эти делать. Ладно, нормально, тест. Да, гравитационная херня прикольная. А, удерживать надо. Это я медленно еду из-за поля этого. Нихера себе, я только ухудшил эту херню. Ладно. Странно, что он вообще сюда заплыл. Это что, холод? А, да, все-таки он тоже это заметил. Так, ладно. В принципе, я могу туда залезть. Нет, 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 не надо разрушать тут мои движения. Все. В смысле, мне не сюда? Пофиг, хотел сказать я, и упал. О, открыл что-то. Ладно, плевать. Что-то упало.
Надо ехать. Мы гномом приехали. И едем к ним, походу. Вы издеваетесь. Ауч. Изи. Ладно. В принципе, я мог бы сразу туда попасть. Но я тупанул. Ну нет, 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 не падай, нет, нет, не падай, не падай, милочка. Так, подожди, а смысл мне туда? A little chilly here. Типа как я даже если так, то поднимусь наверх. Как вариант, можно попробовать вот так вот и по этой подняться. Вот и все. Let's take a boat and sail away. Skyship, take us both astray. I want to show you seas on moon and fly across the great lagoon. Пещерная овечка. What else could I ever desire? Говорит, что хочет увидеть луну и летать. Далеко-далеко. Летать и летать. Вопрос, если это мне было не сюда идти, тогда куда? Стой! Падаем. Вот и все. Так, а теперь вопрос, куда мне нужно двигаться. Как вариант, вниз. И это лучший вариант. Но вниз не спуститься просто так. В эту сторону надо.
А боже. А, вот ж эта шкала была. Ёлки, а ну. Так, это совиный магазин. It's got metal wings. Doesn't look exactly operational. Not yet. Let's see if we can do something about that. Это у нас, оказывается, вообще это лесопилочка. Где еще одно? Короче, просто кнопка. Нифига себе. Просто кнопку подзажимаю, да и все. Хотя. Гуччи флип-флап. А, я шучу. А, точно. Стоп. Вообще не спрашивайте, что я делаю. Я сам хотя бы пытаюсь немножко понять, что происходит здесь. Почему он ваншотится, а она нет? И для чего я трубу взорвал? Я просто понять не могу.
Там просто все застряло. Так, а факт остается фактом. Нахера мне все равно? Ладно, просто нафармлю себе ящиков. Построй себе дом с них. Ладно, посрать. Строим дом. С ящиков. Вчера не понимаю, что от меня хотят. Все, больше не плодятся ящики. Я просто вообще не понимаю, что мне здесь от меня вообще требуют. Мне нужно понять и увидеть, куда мне вообще двигаться. О, боже мой. Ладно, уменьшим строение. Я куда-то залез, ну не туда, куда мне надо, я как понял. И тут, главное, нету цели, чтобы хотя бы показать, куда мне идти. Короче. Фиг его знает. Пытайся, не пытайся понять. Ну типа... Нахера я сломал воздух? Куда тогда? Вот для чего вот это вот? Куда я пытаюсь прийти? Я не понимаю, что от меня хотят просто.
Я смотрю на это, и я не могу врубиться. Ну, мы запустили сову, и что дальше? Мы сломали механизм. Короче, ждите. Короче, я походу догадался. Не зря же здесь вот эти херни, да? А ну. Ого, прикиньте. Только их нужно, походу, другой стороной одевать. Вот оно что, оказывается. Вот оно что. Let's set the course towards the legendary Cloudy Isles. I've always wanted to see them. Flying with engineering? This is just unnatural. What's going to stop us from falling to our deaths? Oh, Margaret. While the heroes were flying towards the Cloudy Isles, Wheeze's minions were quite concerned about a mysterious aura of light that had appeared out of nowhere. It was now shrouding the kidnapped Margaret, like the light of the ancient Crone Mother, who appeared on Earth to punish naughty goblins, according to old goblin legends. Ну что, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!